Каждый праздник в гостях у Дедушки Мороза обязательно превращается в удивительную сказку. А встреча Нового года в отчине Деда Мороза – это всегда чудеса, приключения и волшебство. Тысячи гостей съезжаются во владения зимнего волшебника, чтобы встретить наступающий год именно здесь, именно с самим Дедушкой Морозом. 31 декабря 2013 года мы ждем вас, дорогие друзья, в нашей сказке. Мы уже нарядили елочку, приготовили подарки, розыгрыши, веселые игры, песни и хороводы. Приезжайте в отчину Деда Мороза. Для вас праздничная новогодняя программа. На аллее чудес новогодняя куролесица. На главной сцене сказочное театрализованное представление «Новый Новый год». Обращение президента, праздничный фейерверк и первое поздравление с 2014 годом от российского Деда Мороза. Иллюзионное шоу «Зимнего волшебника», вокальная программа и любимые мелодии Нового года, огненное световое представление и новогодняя дискотека с диджеем-снеговиком и веселыми снеговичками. Вот такой Новый год мы будем встречать вместе с вами и главным волшебником страны – российским Дедом Морозом. Встречаемся 31 декабря в 23 часа в сказке «Зимний волшебник».